Всем привет, друзья! Вы на канале Полина Колосовская. Это мой новый влог. И сегодня этот влог будет необычный, потому что в нем буду присутствовать не только я и не только моя сестра. Поэтому сегодня я вам покажу всех, кто будет сниматься со мной. Время 6:57, мы выходим. Поехали! Всем привет! Меня зовут Полина, тезка вашей Полины. Сегодня мы едем в Питер, делаем Loopy Go. Подписываемся на мой инстаграм. Всем hello. Мы находимся... Поля, где мы находимся? Мы находимся в Лисках. Едем уже, наверное, сколько? Час. Да капец, как устала. Я пытаюсь покурить. Очень весело, классно. Так, у меня почти загрузился первая серия. Да, мы догружаем. 23 минуты, правда. Всего ничего. Ну ладно, посмотрим серьги. Серьги против нечисленных. И мы его издавали. Но мы вышли все равно прогуляться, потому что мы так задолбались сидеть. Идет дождь! Ё-моё, дождь идет! Это мопс, который едет с нами. Дэм! Ты мокрая, как собака. Кира, вы ее все знаете. Она сегодня не в роли моего оператора, к сожалению, но я думаю, ничего. Также вот есть тут Полина, которая живет на данный момент и вообще постоянно. Также есть Богдан. Богдан, помаши ручкой. Есть еще Глеб и Милана. Милана такой дэнсайдик немного. Ну, Глеб, наверное, тоже. На самом деле, тут очень прикольно. Интересный факт. Это отель, что участвовал на телеканале «Пятница» в проекте «Я босс». И сейчас... Мы сейчас ходили, потом завтра, короче, баблти. Мы сейчас ходили в теремок, покушали и идем просто гулять. Также в 11 примерно у нас очень классная морская прогулка. Я вам все, конечно же, сниму, если мой телефон не разрядится. Я наконец-то выговорилась. Всем спасибо, всем пока. Мы идем в таких вот лесах дремучих. Мы зашли в тайгу. Она уставшая, ей плохо. Ой, сейчас будем возвращаться в отель. А пока посмотрите на эту красотку. И на этого красавца. Даже красивее. Красивее. Скажите насчет летнего дворца. Там собака? Нет. Даже собак нет. На Марсовое поле. А мы подписчики. Пока, Богдан. А название, смотрите, не ставьте. Смотрите, короче, мы стоим, и вот здесь очень сильно качает. То есть реально стоять вместе очень сложно, даже практически невозможно. Смотрите, вот просто как их качает.
И он спросил, что как раз не встречая моих гостей, никого никогда так не провожал. И ты поймешь теперь, что я в тайне не держал. Это что за нудики? Это наша компания. Это самые лучшие ребята, которые могли... Самые добрые, самые ласковые, самые вежливые, самые понимающие, самые социальные, это мы. Мы едем и пьем вексаколу. За вас. Этот ест. Мы едем. Да. Кайфуем. Домой. Очень холодно. Да. Там тесно будет вместе. Там крутая Полина. Сейчас где-то. А крутой Глеб. Я не знаю, как это показать. И крутой Глеб. Полину сейчас покажу, подождите. Вот такие. Эти крутявки. Кира делает свой собственный коктейль. Мост с правой стороны от нас. Первый постоянный мост в 1750 году был открыт. Короче, дождь начинается, и мы сейчас ехали и везем. А вот сейчас только что была. Приехали крейсер «Аврора», который я вам не сняла, потому что я молодец, у меня заблокировал свой телефон на 2 минуты. А теперь мы приехали вот сюда и вот сюда. Туда. Итак, экскурсия у нас была по питерским самым классным топовым местам. Сейчас мы идем в подземный переход. И добивается всего с ума. Но она хитрая, словно лиса. Меня манили ее глаза. Меня манили ее губы. Сейчас мы поедем. Пойдем сейчас в Кунсткамеру. Будем смотреть, как сказал один умный человек, на уродцев, которых 3 этажа, по-моему. Это классно. Все, а Полина еще тупанула. Она подумала, что мы пойдем первого. А мы не пойдем первого, мы пойдем сегодня. Все. У нас есть карта подорожник. Той поездки, когда мы ездим первый раз. Ой, подождите, а мы отстали немного. Ну, в смысле, они отстали. Я хотела было дальше идти. Сейчас мы едем в Кунсткамеру. Мы зашли за бабулькой. Вот. Ой, боже мой. Ну, короче, я уже пью лимонад с клубникой и лимоном и с джузболом и черники, наверное. Я не помню. Да, девочки, в общем, мы пришли в ресторан. Смотрите. Ты красота. Мы будем кушать, я вам покажу сейчас Киру во всех подробностях. Принесли нашу еду, не все, правда? Ну, мы как хорошие друзья, сидим и не едим. Именно поэтому, знаете, куда мы зашли?
Это торговый центр. На самом деле мы зашли туда с конкретной целью найти мне, возможно, на выпускной, но... Что мы остановимся только на выпускной, что же? Конечно, нет. А, видите, такие прикладные основы, на самом деле. Ну, я не об этом, как говорится. Смотрите, вот эти, они очень странно разделяют мой палец. Покажу вам сейчас, вот видите? Прям как-то даже некрасиво. Вот, но сами по себе некрасиво. У них еще каблук, посмотрите, какой. Они обращают внимание на мою раночку. Также еще принесут вот такие вот сейчас. Они подходят к нему в наше платье. И вот такие. В итоге вот эти синие мне один узкий, а у меня размер больше. У меня пятка заканчивается где-то здесь. Вот эти, они мне просто не идут. Другой магазин, где все-таки нашли мне туфли. Ура! Теперь мы уходим. Потому что у нас не так много времени, и нас ждут люди. Покажи туфли! Глеба. Полина делает себе массаж. Съемочка продолжается. Посмотрите, как красиво, как дорого, богато стало на 0,5. Да, вообще давайте. Снимать. Я очень надеюсь, вот, что где-нибудь мы найдем какую-нибудь кафешку с бабушкой и не зайдем. Блин, нет, по-любому. Кир что-то рассказывает, я иду с таким лицом, конечно. Блин, как ты всегда это пробовала с таким лицом? С таким лицом. Просто мне солнце светит в глаза, и за это очень неудобно. Сейчас мы зайдем в табор. Так, купим мне вейп. Мне сигал. Да, да. Какие настоящие умные взрослые люди. Да. Обзор, кстати, на мам. Такая обзор на мам. Она купила новый бальзам. Смотрите, какие тут классные фигурки. Они выглядят прям такими очень классными. Да, а еще если идти по другому пути к нам домой в отель, то там тоже есть какой-то там музей кукол, по-моему. Прям прикольный музей. Там очень много кукол, там все стоят красивые. Ты видела? Нет, я не видела. Ну потом будем, кстати, покажу. И с ними. Ставьте лайк, кто смотрел кукла была. Знаешь, когда я вам показываю, что я ем? А вот там вот они едят. Смотрите на Богдана. Богдан, Богом, да. Так, обзор на мой новый бальзам Lip Comfort Oil. Это масло для губ. Он весь такой синий. Вот так вот открывается. Все дорого, богато. Как вы понимаете, да? Все красиво написано. Кларанс. Тут как бы всегда приветствия у них какие-то и поздравления, будьте счастливы, будьте рады. Вот так вот это все выглядит. Смотрите, это Refresh Me. Это с этим, с мятой. Дуже добрый. Вот так вот откручивается. Дорого-богато. Ага. Пока мы ехали, успела начать. Да, успела начать.
начнется и закончится. В общем, мы приехали в Петергоф по пушкинской карте. Здесь очень сыро. Ехали мы 1.5 часа. Да, вот смотрите, не то чтобы я в жизни никогда самолетов не видела, но все равно. Отстали от другой компании, которые отстали от этой компании. Да, мы все сначала отстали от той компании, а теперь мы еще отстали от этой компании. Школьно, посмотрите, она решила отбить водички. Водоема же ей мало. Мы сейчас едем в зоопарк, мы на самом деле уже доехали, сейчас дойдем. А еще мы как-то подходили и видели кучу спектаклей в театрах, но мы не успели уже пойти на один день. Вот 6 июля классный будет. Много хороших. И они постоянно идут все даты, то есть мы уезжаем. Они там буквально через 2-3 дня снадут, и это реально очень обидно, потому что не было бы так обидно. Например, если бы это было через месяц, через два. Ну а так, типа, сразу. Прям не очень приятно. Я отобрала канал, теперь вам будет намного веселее со мной. Интереснее, чем с ней. Возможно, у нас будет время еще погулять. Ну, немного, конечно. Но, возможно, будет. А если не будет, то мы пойдем в какое-нибудь классное место. Yes. Там голубь лежит. Голубь лежит. Это видеоблог с голубем. It is the best vlog in my life. Сейчас играют народные инструменты, такие как домбра, балалайка. Вот вначале стоит дирижер. И интересный факт, дирижер всегда
умеет играть на большом количестве различных инструментов. То есть, допустим, если это дирижер народного оркестра, то он играет, умеет играть на балалайке, на домбре, на ложках, на фортепиано, на всем. Это реально очень интересный факт на самом деле. Вот видите, красиво, или вам за этим деревом ничего не видно. Мне, в принципе, как-то тоже, но ничего. Сейчас начинается дождь вроде бы. Идем танцевать просто будет невозможно, поэтому я взяла себе раз, два, три. Взяла себе три платья и один топик, ну просто потому что мне он понравился. Очень красивое платье, которое мне не подходит, потому что это размер S, а у меня размер M. Но я думала, вдруг подойдет, но как видите, мои серые трусы видны. Не подошло. Второе платье, на которое упал мой выбор, это вот это. Но в нем есть небольшая проблема. Во-первых, в нем видно мой животик, а во-вторых, оно слишком открытое. Мерялось и последнее платье из тех, которые я брала. Это, конечно же, самое красивое, как и ожидалось, но... Это мои носки. Видим большое, но то, что оно мне очень мало в груди. Это размер S, по талии оно мне, ну, нормальное. Вот тут вот все тоже хорошо. Вообще все везде идеально, в руках, в длине все прекрасно, кроме груди. Груди маловато, конечно, из-за этого у меня страдают плечи, что я не могу их выпрямить. Еще посмотрите, как это замечательно выглядит с моим красным, классным синим педикюром. Лайк. У меня разрешился телефон, я снимаю на Кевин. Мы зашли, взяли Bubble Tea, как говорится, напоследок. Кира, покажи. Сейчас я просто закрываю крышечку. Такие зеленые, красивые. Шаридель. На улице дождик идет. В принципе, стереотипная питерская погода. Всем привет! Как вы могли заметить, я уже дома, мы вернулись. Я устала. Это было классное, прикольное, интересное путешествие. Всем ставлю лайк, кто ездил со мной, потому что реально вы просто лучше. Белые ночи в Питере — это лайк, но они не белые, они голубые. Спасибо всем, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ждите новых влогов. Я надеюсь, они будут скоро. В скобочках нет. Я уже начинаю монтировать этот. Иду спать. И всем пока.